Ну, привет. Привет, дружище. Меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков, сегодня у нас роллинг. Не забываем подписываться и ставить лайки, херачить по колокольчику, саживаться поудобнее, заваривать чаек, расчехлять печенюшки, удобнее садиться в кресле, как это я сделал, подголовник себе настраивать, вот, и готовиться к получению хорошего настроения. Но я надеюсь, нахожусь на аккаунте игрока под ником Records, 484 тысячи силы, 57 тысяч самоцветов. Что у нас это все? А нет, донатик есть, 600 тысяч. Донатик у нас есть. Слушай, прошлая попытка роллинга на данном аккаунте, если я не ошибаюсь, не увенчалась, скажем так, большой удачей. Сейчас посмотрим, что изменится в этот раз. Не хватает 6 героев. Это Космо, Зефирик, понятно. Оккультист, Землерой, Когникрыл, понятно. Свален. Так, значит, Свален, Землеройка, Оккультист и Космо. Короче, 4 нужных героя, которые мы возьмем сейчас и попробуем, ребята, выбить. У нас тут еще есть всякие разные ништяки, которые мы также вместе с вами возьмем и подкрываем. Ладно. Ладно, мои милые друзья. Ищем взглядом алтарь, который от нас взял, куда-то спрятался. И начинаем. Начинаем КВН. Прам-пам-пам. Тран-тан-тан. Мы начинаем КВН. Нет, это реально. Короче, просто прорекламирую гильдию Лала Ленд. Она, ребята, офигительно. Просто берем туда и вступаем от 50 тысяч силы. Вам там будут рады. Вот. Просто берем туда нахер и вступаем. Далее. Так, вот я нашел алтарь. Начинаем роллинг. Роллинг мы начинаем. Оп, 450 друид. Так, космос вален, землеройка, оккультист. Космос вален, землеройка, оккультист. Нет, ну серьезно. А где? Бульдозер. Где чё? Где чё? Давай. Гаргул. Оборотень, палач, Кэнди. Ну что же ты, рандомчик, варлок, фея, циклоп, наемный убийца. Да где герои-то, а? Где герои-то? Где они? Так, давай по 150. 4, 5. Слушай, ну я должен кого-то выбить. Сердцеедка, ну минимум свалена. Это минимум. Ну это такой самый ущербный, наверное, из всех героев ниже перечисленных. Вот. Хотя, как бы, если его грамотно собрать, настроить, то он будет помогать в PvP-локациях. Да что ж ты будешь, химера? Палач, оборотень, циклоп, циклоп, череп. Где герои-то, а? А у нас же сегодня проходит супер коллекционер, да? Вот, а мы смогли собрать... А, мы с палач и ведьма собраны. Офигительный. Просто офигительный результат. Мы по факту уже почти половину самоцветов потратили. Это прям грустно. Это прям грустно. Ледяной дьявол. Гаргул. Оборотень. Давай! Хранитель. Дальше. Фараон. Командора. Места закончились на складе. Ну вот тебе на. Бывают в жизни разочарования. Так. Кого тут ближайшего-то можно покачать вообще? Смотри, все 11, 12, 10. Тут 3, понятно. Давай дальше. Ну тут десятки все. Я не знаю, короче, куда это сливать. Вот сюда можно слить. Сюда будем тогда сливать, ребята. Так. Ну-ка, тут понятно, смотри, сколько ништяков. 1400 этих слизней. Прям как на моем основном аккаунте. Ну, сколько же мы тут синевы всякой навыбивали. Осталось ровно,
Ровно, ребята, половина самоцветов осталось. 62 королевы змей. Твою ж дивизию. 62 королевы змей. Жесть. Давай дальше. Укротитель. Ну, вроде как бы это хороший знак. Сейчас что-нибудь редкое, крутое, недостающее выпадет. Давай дальше. Оборотень, шаман, наемный убийца, хранитель. Я ж сказал, сейчас что-то выпадет. А кто в меня не верил? Мы выбили оккультисты, я за один день записал 2 роллинга, и мне в 2 роллингах выпал оккультист. Кто здесь крут, а? Ребята, кто еще не подписался, мы должны до конца лета сделать 200 тысяч подписчиков. Не до конца года, а до конца лета. Это смешная идея, конечно, но ладно. Так, оккультиста мы, конечно же, откроем и посмотрим, с чем же он упал. Тут еще есть коробки таланта 5 уровня, но хозяин уже будет ролить их, скажем так, сам. Вот. Дальше. 150. А, подожди, мы же оккультиста-то не посмотрели. Мы же оккультиста-то не посмотрели, блядь. Где ты? Подожди, где алтарь? Я что? Я все, я уже с ума схожу, ребята. Я уже схожу с ума. Так. Ну, понятно. Все понятно у нас тут по талантам. Оборотень, рыцарь. Ну, а кого-нибудь еще недостающего мы выбьем. Пожалуйста, суккуб. Тритон, шаман, атлантикор. Душегуб. Ну-ка, давай там, землеройка, свален, космо. Тут на аккаунте как бы немало доната, а этих героев почему-то нету. 11 тысяч самов. 10 тысяч самоцветов, ребята, давайте по 150. Малышник. Друид. Ну, ведьма. Афина. Давай. Дрикензи, Арес. 4000 самоцветов остается, друзья. Ну! Да что за жесть-то такая, а? Чё же так не прёт-то, а? Леди Лео. Жесть! Не, ну в принципе выбили оккультиста. Просто без космо, я думаю, что... ну, трудновастенько играть человеку. Давай заходим в подарки. О, 36 легендарных карт, откуда, конечно же, никакой, скажем так, космо не возьмет и не выбьется. Идем дальше. Что тут? Ну вот реально, вот на его аккаунте у меня особо никогда, мягко говоря, прорывных роллингов не было. Но паролили не зря. Паролили, друзья, нельзя не зря, потому что мы выбили оккультиста, которого даже, по сути, сейчас начнем прокачивать, чтобы уже появилось место на складе. Ой, смотрите, сколько говна. Надо еще глянуть. Мы собрали коллекционера или нет? Мне кажется, что нет. Хотя там, ну, 15 слизней должно быть. Но я сегодня в предыдущем роллинге, вы его должны были вчера видеть на канале, если вам повезло, да, я не обленился, его опубликовал, то в принципе... В принципе, друзья, за 30 тысяч, за 35 тысяч самоцветов я собрал полностью. А, ну да, здесь тоже. Окей. У нас еще трата с выгодой. Трать с выгодой, забираем. 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 Так, и что у нас тут? Красиво? Но это пока трогать не будем. Хотя, в принципе, отдавай. Нам терять нечего. Ух, сейчас этих легендарных карт бесполезных наоткрываемся. Давай, открываем. Атлантикор. Эти не трогаем, они, скажем так, редкие. Их достать больше неоткуда. Арес. А давай, что здесь? Удиви рандом. Рина. А тут что? Давай, удиви рандом. Воу. А тут что? Давай, удиви рандом. Что-то я нигде не видел тыкву. Это что? Мешок с эмблемами Prime.
И ни одной ремки, сука. Это нормальная ситуация. Редкий пакет с эмблемами. Так, это все понятно. Тут все скучно. Ну и в принципе все. Ну вот можно сундук форта открыть. Хотя там, конечно, награды прибавили, но награды все равно остались говном. И они, скажем так, никаким образом не отображают современных нужд, скажем так, игроков в битве замков. Потому уже даже и открывать сундуки форта не так интересно, как хотелось бы. Открываем две легендарные карты, и на этой ноте мы заканчиваем видео. Огромнейшее спасибо, кто досмотрел до конца. Вы просто все зайчики. Спасибо, кто поставил лайк и подписался. Пожелаю вам огромнейшей удачи. Все выбивайте оккультистов. И всем пока!